На следующей неделе в Мариэл ожидаются морозы. По предварительным данным, в ночь на среду столбики термометров опустятся до минус 8. Но похолодание будет недолгим. В ближайшие выходные погоду будет определять антициклон. Солнечно, как сегодня, будет и в субботу. В воскресенье и в понедельник будет облачно, возможны небольшие осадки. Выходные дни пока сохранится теплая погода. Среднесуточная температура уже будет все-таки соответствовать концу октября. Но все-таки она отстает от нормы. В ночные часы температура составит от 0 до минус 5 градусов. Днем от 0 до плюс 5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным. Антициклон будет у нас определять погоду в выходные дни. И он будет с центром над Казахстаном. И поэтому давление будет высоким, 765 миллиметров ртутного столба. Кстати, ноябрь по климатическим нормам у синоптиков считается зимним месяцем. Обычно в это время выпадает устойчивый снежный покров, и среднесуточная температура воздуха переходит к отрицательным значениям. Солнечных дней бывает мало, и сегодняшний – это скорее исключение из правил. Ясной погоды в Мариэл не было уже 3 недели. У нас уже людей пожилых, так давление играет. Понятно, что перепады плохо сказываются. А так-то вообще хорошая осень, смотрите. Чудо просто. Было очень тепло. Это в 96-м году. И даже снег выпал только в декабре, в конце декабря. После 20 числа. А так было теплая погода, солнце. Отличная погода. Особенно сегодня радует. С детишками гулять самое то. Солнечная благодать. Только гулять и гулять. Добавлю, самый холодный ноябрь в Мариэл был в 61-м году, когда за окном было минус 34. Ну а самая высокая температура в последний месяц осени наблюдалась в республике 6 лет назад. В 2013 году было плюс 12.